Сейчас я на паузу. Здорово. Ведь я свои старые видео иногда пересматриваю. Да, я иногда пересматриваю. Забыл, как называется вишни, которые я сажал. Я видео случайно, как это, иногда листаю старые видосы. Подарок учителя. Это. Во, вспомнила. Иногда люблю пересматривать свои это, старые видосы. Крыжовник у нас, кстати, погиб. Не знаю почему. Ну, бывает всяко. Сейчас уже на хорошую камеру сниму. Я тут, короче, не выдержал, пока там был на подработке. Там, вот, маленечко. Он быстро это. А я это не выдержал, снимал видос. Семён вон тут помогает, есть готовит, короче. Ты помогаешь, Семён? Кушать готовить? В общем, так. Сейчас я. Это чтобы не пересыпать, я в руку. А то сыпану и лишнего. Тут приправа, поэтому надо рассчитывать так, что здесь не только соль, но и приправа. Она берет место тоже свое. Немножечко побольше можно, капельку. На граммчик. Чтобы не пересолить. Чайную ложку где-то. Ай! Больно, больно. Ты что, Семён? Здравствуйте. Не раздави его тут, глянь, мам. Семёночек. Ну сними его что-то. Все, он драться не надо, не лезь к нему. Он драться с мальчиком. Это. Он особачил. Да ничего не особачил. Посадить, в общем, я все посадила, успела. Че ты? Сейчас я макарон сделаю, сосиски так заложу. В общем, я морковку, которую вот я вчера покупала за 20 рублей сюда. Оставался у меня. Это вот такой темный цвет, это как его, гранатовый этот соус. Сначала я обжарил 5 минут морковку, потом положил луковичку одну штуку, обжарил еще минутки 3 буквально. Потом налила соус, насыпал, налила вот такое вот где-то количество гранатовый соус в бутылочке. Ну, бутылочка маленькая такая вот. Вот. Налила гранатовый соус, потом заложил помидор 2 штуки. Вот такой вот. Вот. Посыпала этой, как ее, солью. И вот сейчас вот тушу. Помидор дал сок. Он сочный, он такой вкусный. Объеденский просто. Вот. Реально. Помидор. Это вот осталось? Вот немного. Мам. Бандит. Это вот осталось тут капелька, короче. Вот. Но он вкусный, правда, вкусный. Такой мясистый он прям. Он вкуснянский, реально. Здоровка. Эмиль только что пришел, он прям сразу пришел. Голову это, помыл. Сразу переоделся, голову помыл. Прям мгновенно. Я говорю, ты бы хоть воду согрел. Ладно, она в доме теплая. Его тоже надо искупать. Насильно. Да ладно, я прикалываюсь. Ну, глянь, кусать, глянь. Это что такое? Это чья? Бандиту. Это сейчас 18+ дадут. Ну, глянь, 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 глянь. Прямо. А-а-а! Ты что, не фупить? Задрал мне всю руку, скотина. Прям в руке драться. В общем, помидоры такие вкусные, они прям, я их с адыгейской солью. Во, улегся мыться. Чуть-чуть ему вот так, легонечко, легонечко вот так. Вкусные. Так. Вот как я готовлю макароны? Я их никогда, во-первых, отдельно не отвариваю. Никогда не сливаю. Я не люблю промытые макароны. В них нет вкуса.
Я делаю вот так. Не надо, там намного частей. Пополам. Это спагетти. 17 рублей, кстати, пятерочки, пачек. Для чего я так делаю, чтобы не слиплись? Сейчас полстакана воды. Короче, мам, это, я узнал, короче, это нарост. Тут просто как нарост, и из-за этого болит. А где ты узнал? По интернету? Да. Из-за этого нога болит? Да. А у тебя нет там никакого нароста? Нет, тут есть твердая кожа. Вот он, сильно твердая кожа тоже. Так у меня... И на пятки. Из-за этого и болит. То, что как нарост пошел, и из-за этого мышцы болят. Mm-hmm. Говорит, а теперь это долго болеть будет. А сколько? До 5 месяцев. Mm. Так что терпеть мне долго. Ну вот и все. Готово. Нет, не готово. Я прикалываюсь. Через 5 минут я это помешаю. Давай на паузу поставлю на зарядку. А так можно? Да. А видео не будет плохим? Нет, нормально. Через 5 минут надо будет помешать, а через 10 минут снять. Сойдет. Все. До скорого. Запиши клип. Включил, да? Он со всеми здоровками таким образом. Он на иврите разговаривает. Шалом, лихаль. Жопа показывается. Тода раба. Да? Тодо раба мне сказал. Нет, мне кажется, он тебе сказал это. Как там? До свидания, наверное. Литраут? Бивакаш или литраут, он тебе сказал. Пожалуйста, идите далеко. Показывай свои вкуснятины. Я сразу говорю, я готовлю так, как есть. Если что такое, мне сейчас будет там не получаться, я не виноват. Я даже не подстраиваюсь, как это там. Водички еще немного и перемешай. А, нет, нормально будет пока. Да, водички придется еще. Да, еще подлей. А так уже вкусно. Ну, слипаться не будет, не будет, потому что масла много. Я потом еще в конце добавлю сосиски. Просто еще вот такую баклаху воды. Две. А может и две, да? Две выкипят, потому что. Рассчитывать то, что половина из этого выкипит. Так уж две добавлять. И еще 5 минут где-то. 7. Семёныч прям на лицо. На мордочку верну. Да, две добавляю, потому что выкипать будет. Хотя... Не, добавь еще одну. Она выкипит все равно. Я еще вот так вот добавлю. Ну да. Все, и хватит. Перемешать и накрыть. Даже... И все. Погодка. Нормально, нормально. Надо, чтобы все поливало. Ну да. Хотя я там даже... Я, в общем, короче, там наворочила делов. Че? Я не оставила... Вот что значит... Не агроном, я вовсе далеко там ничего не умею. Ну, тропинки не оставил, ну и чё? А теперь я не знаю, где чё наступить, и поэтому не могу порвать сорняк травы. И буду ждать до тех пор, пока всё взойдёт. Только тогда смогу, если где-то чё-то не взойдёт, только тогда смогу пробраться, может, хоть капельку порвать сорняк. Агрономично. Ну, растёт и ладно, растёт чё где. 10 огурцов уже где-то зашло, наверное. Вот. Картошка там штук 5 у меня взошло, маленькая. Морковь вся взошла, укроп там маленько взошел. Салат. Ну, редиска само собой. Лук, ну, этот растет. Помидор я посадил, помидор вроде прижился, слава богу. Так, что, сосиски? Вот эти, да? Ну, давай сосиски, если так душа видит. Да, я хочу сосиски добавить. Прямо сверху.
Только не надо. Хорошо? Я не буду. Так давай одну попробуем. Протестим. Семёныч угостил, сами съедим. Так, что скажет Семёныч? Семёныч после корма. Будет ли он есть? Съедобный. Есть можно. Не из кошатника, говорит, ничего такого. А. Потому что кошка не будет ни собачатину, ни кошатину есть. На. Да я не хочу. На! Чего тебя так разопетитил-то? Наработался, что ли, из-за этого? Угу. Только что хотел сказать. Резина. Поэтому только макароны. Поэтому я тебе и сказал, надо их отварить. Да. Туда закинуть. Прям сейчас надо добавлять это. Угу. Чтобы они отвалились. Давай еще зубчик отрезали. Да прям уж он объелся. Закидывай их туда. Так, убираю огонь. Практически полностью. Вообще можно убрать. Огонь убираю. И теперь 5 минут стоит на пустом огне, считай, что. Или вообще без огня, опять дождик лил. Или можно вообще выключить. Или оставить такой, что даже на газу такого нет. Вот такой вот вообще. Во. Огонь убираем и накрываем. Угу. Сейчас я помешаю еще раз. Сынок, подержи камеру, прошу. Прямо именно снимай макароны. Больше ничего. Казанный. Летом я выберусь. Я куплю дорогую железную губку, какое-нибудь средство дорогое. Надо медную покупать, она дольше прослужит. Да. И одраги, а казан уже на дворе, но там, на улице. Умывальника нету, поэтому в малюсеньком тазике казан отмыть невозможно. Да. Его еще надо придется замочить. Там, на день хотя бы. Чтоб все это там еще будет отмякло, а потом уже железной губкой как следует отдраивать. Медный, при том, чтобы она получше, медная подольше прослужит. Наверное, еще каплю воды придется подать. Да. Я же тебе говорил, выкипит. Угу. И надо еще добавлять целую такую. Так много воды я не ожидал. Видишь, я Ванга, я предсказал. Вот еще. Я предсказал. Нет, я... Ванга и Ватина. Тогда я Нострадамус. Нострадамусом быть тоже не надо. Тогда я Страдамус. Страдамус. Так. Я включаю меньше среднего огонь, меньше среднего. Все, 4 минуты, и они будут готовы. Скоро на включимся. Паузу, да. Что тебе? Пошел ты, он говорит мне. А, гладь меня. Гладить тебя. А, или ты дра... О, муде свою прикрывай. Как дерется-то. Так, все, а то 18 плюс дадут. Ну, так, продолжение. В общем, сейчас вот такая вкуснятина. Ничего не изменилось. Мам, это как ее... Данюш, если годится, так возьмешь. Если нет, так... Тебе нравятся такие или нет, я не знаю. Нравится, да? Ну, в машинке. Мам, как будешь стирать в машинке? А, вон, режимочка, стирай, я вижу.
Как ее? Давай, Миша. Мам, как будешь в машинке стирать? Ради добра, скажи, там куртку голубую тогда постирать, ладно? Мам. Если что. Они готовы уже или нет? Ну, думаю, готовы. Ладно, повари еще минуты две или три. Ну, если только две минуты. Ну да, две минуты. На самом медленно сейчас вообще включу и накрою. Но я думаю, что они практически уже готовы. Сейчас ну-ка, я оставь. Возьму, подожди, сейчас я возьму, покушаю. Они так уже почти 15 минут тушатся. Да, я попробую, я в них спец. Так, кипяток, подожди. Может, еще воды добавлять, может, еще тушить. Фиг знает. Минутки три. Еще. Сорвать чуть-чуть. Еще немного потушить? Угу. Ну ладно, пускай покрыть. Я, может, это одна такая попалась мне. Сардели все разбухли прям. А как ты солёна? Воды еще чуть-чуть добавь. Пол этой. И повари еще минут пять. Они сильно не доварили еще пока. Не доварили? Дешевый. Че, они долго. А почему так долго-то? У меня прям сильно сырые. Сильно. Ой, режимка валяется, дрифтит. Еще воды вот эту. Фиговину вот эту. А что это такое ты сейчас сделал? Приближение отдаления. Это. Еще минут пять. Сильно недоварен. Попробуй, если хочешь, не веришь мне. Если мне не веришь, попробуй. Ну, сейчас, сейчас. А что ты так долго-то? Дешевый, что ты хочешь-то? Обычно. А, нет, может, наоборот, это качественный. Чем быстрее разваливается, разваливается, тем хуже. А это, наоборот, не разваливаются, не слипаются. Так что дешевое это не имеет, цена значения не имеет, наверное. Хрен знает, короче. Они давай, не слипаются. Давай, дуй, дуй. Я их не в первый раз беру, потому что они вообще не слипаются. Ни одна штука в другой не слипается. Во-вторых, это не брезня. Может, это наоборот качественное. Не знаю, подуй. Если только еще минутку. Минут пять еще. Сильно. Минут пять. Да нет, они будут уже тогда это. Я не люблю недоваренные тоже. Давай минут три. Давай, три минуты. Это уже будет не альденте. Короче, накрывай. Минута три еще. Я на паузу поставлю. Ну как хочешь. Так, упаси Господь. Я в том смысле, то, что все, теперь уже какие приготовились, так и приготовились. Больше я варить уже не буду. И так уже 20 минут где-то. Вот сейчас я даже вижу, что они уже хорошие. Давай. Сырку я тут натеру, угу. Короче. Стой. Чуть-чуть не вынуть одну макаронику. Ну ладно. Я думаю, что они вкусные, можешь не переживать. Уже можно не переживать. Да потому что я не пересолил, слава богу, ни капельки. Вот. Я вообще редко. Я в основном не досаливаю. Мне привычек не досаливаю. Ну, редко бывает там пересолить. Идеальные. Да? Идеальные. Вот сейчас. Вот я тебе сказал чуть-чуть их еще поварить. Такие вот. Сними поближе. Вкусняйте. Резиновый. Ну а что теперь? Ты собака. Кусайте. Да.